Приветствую всех любителей автосамоделок. Сегодня в выпуске необычная разработка грузовика на базе ГАЗ-66 Шишига. Его слепили из того, что было. Знакомьтесь, мощный самодельный внедорожник на базе ГАЗ-66. Народные умельцы могут слепить все, что угодно, из чего угодно. Явный пример этому вот этот удивительный экземпляр вездехода, который был обнаружен блогером Михаилом в одном из регионов нашей необъятной родины – России. Этот оригинальный самодельный внедорожник был построен на базе армейского грузовика ГАЗ-66 «Шишига». Кабина взята от грузовика ЗИЛ-130. Этот удивительный самодельный вездеход имеет полный привод. При этом рама укорочена, что увеличивает его проходимость. Кабина взята от пожарного ЗИЛа. Как мы видим по фотографии, при установке кабины возникли проблемы, она оказалась слишком длинной. Поэтому, чтобы подогнать ее, пришлось вырезать нижнюю часть задних дверей. Назначение этого грузовика неизвестно. Раньше люди создавали такие машины по необходимости, из того, что было под рукой. Вероятно, этот грузовик использовался как тягач. А может быть, на нем перевозили рабочих по труднопроходимым и болотистым местам. Скорее всего, мы сейчас не узнаем, для чего создавался этот чудо-грузовик. Так как кабина и капот грузовика занимают практически все место на раме, конструкторам пришлось искать новое место для топливного бака. Его установили за кабиной, единственным свободным кусочке рамы грузовика. Вот такой суровый и брутальный внедорожник смастерил неизвестный нам Кулибин из какой-то глубинки. Отличная техника для суровых условий бездорожья. А на этом сегодня все. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также давайте объявим огромный респект автору данной самоделки. Спасибо за просмотр.